пока вот так заделан, вот. Вот. Вот сама внизу вот эта батарея идет. Сейчас покажу брусок, который я положил. Вот он. Вот. Вот она идет, вот эта нижняя батарея. Труба эта нижняя, вот она там идет. Вот. Не знаю, как видно будет, вот. Вот. Вот брусок. Здесь вот обрезали, потому что невозможно было подлезть к этой. К трубе, чтобы трубу старую брать и приварить новую трубу. Вот тут, кстати, кранчик тоже сделали. Получается уже раз кранчик. Два кранчик. Вот. И там еще третий кранчик. Вот. Значит, первый вопрос. Вот я купил эту монтажную пену. Сейчас сфокусируется. Сейчас так. Во. Вот она, монтажная пена. Вот. Я посмотрел здесь. Сейчас фокус наведется. Здесь написано, что не подвергать воздействию вот это. Сейчас наведется. Не подвергать воздействию температуры свыше 50 градусов. Не, что-то написано. Не распылять вблизи открытого огня или другого источника возгорания. Вот, значит, вопрос такой. Я посмотрел, температура батарей в зимний период от 85 до 90 градусов. То есть получается, вот эта труба внизу идет, вот она, внизу вот это идет, вот она там, полностью вот эта щель. Получается, нельзя, что ли, этой пеной запенить вот эту всю щель. Вот эту щель всю. Или можно? Ну, в интернете вроде там было написано, что нельзя, если эта монтажная пена, значит, тут написано до 50 градусов, да? Значит, что с ней будет происходить, если она вблизи будет? Вот. И второй вопрос, написано сверху, что можно там зашпаклевать. Вот, этим тоже можно, этим алебастером, гипс строительный, ну, приравнять вот этой херовиной или нет? Вровень вот это сделать, вот так. Или нельзя? Вот. Вот она, щель такая идет еще там. Вот. А тут-то вообще дыра была. То есть вот сейчас покажу даже. Вот. Сейчас. Вот один брусок. Вот второй лежит. Вот. И там еще третий лежит. Сейчас покажу тоже. Все, его достану. Вот еще третий лежит. Во! Дырища какая. Вот. Вот линолеум. Вот я так, оп. Получилось так сделать. Оп. И хоп. Во. И нет этой дыры. Значит, вот такие два вопроса. Значит, можно ли вот этой монтажной пеной? Вообще, слесарь сказал, что можно либо пеной, либо что. Но почему тогда тут вот эта пена вот такая? Может, он не учел, что температура батареи, это же она 85-90 градусов. То есть, что произойдет-то, если вот это запенить? Или ничего страшного не будет? И вот эту сверху, вот этот гипс строительный, подровнять, и как его там это, всякое. Ну, так, приравнять можно, не можно, вот. В общем, два вот таких вопроса.